Я Анатолий Быков, гражданин Российской Федерации. Хочу задать вопрос президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. Уважаемый Владимир Владимирович, я бы хотел, чтобы вы помогли реализовать манифест партии «Единая Россия», который был принят в 2002 году, который до сегодняшнего дня не исполнится. Второй вопрос. Я хочу, чтобы Красноярский край, и не только я, наша общественность, хочет, чтобы Красноярский край пересмотрели налоговое обеспечение между федеральным центром и Красноярским краем. Уравнять 50 на 50. И третий вопрос. Я бы хотел, чтобы все-таки государственная структура контролировала цену на энергоносители и бензин.